Волгоград присоединился к новому экодвижению. Активисты провели уборку популярной у отдыхающих прибрежной зоны. Подробности узнала съемочная группа «Вести». Пластиковые бутылки, пакеты, бумага – это кадры не с мусорного полигона. Так выглядит одно из излюбленных мест отдыха волгоградцев. Песчаные барханы привлекают сотни людей. Идеальная изгибистая береговая линия, после которой зона отдыха превращается в несанкционированную свалку. Активисты в рамках экологического проекта решили привести пляж в порядок. Хутро Бобры мы выбрали не просто так. Во-первых, мы тут уже были, то есть можно даже сказать, что этот пляж находится у нас на попечении. Мы сюда приезжали 20 мая перед открытием, грубо говоря, купального сезона. Вывезли отсюда порядка 2 машин. В совокупности примерно 400 килограмм стекла, металла. Экологический субботник активисты решили повторить в разгар купального сезона. К ним присоединились представители различных общественных организаций. Я узнала от друзей об акции, которую проводит «Молодая гвардия» по уборке этого пляжа. И я очень обрадовалась, что можно в этом поучаствовать, потому что это место очень много значит для меня и моей семьи. И сам факт того, что мы можем сделать что-то полезное сегодня, это... понимаете, это очень тепло от этого на душе. Сами отдыхающие присоединиться к акции не поспешили, но результат большой уборки их определенно порадовал. Пляж сразу преобразился, стал чище, уже много мест куда сесть, а не выбираешь, где между мусором. Угу. Ребята спасибо. Молодцы. Люди бросают мусор как и на пляже, как и за пределами, не обращают внимания на то, что надо самим выносить мусор. Активисты. Линию дороги и склоны. Весь собранный мусор помогла вывести местная администрация. Теперь эти бытовые отходы отправятся по месту назначения на специализированный. Евтушенко, Анастасия Сорокина, Олег Статун, «Вести», Волгоград.